Здравствуйте, дорогие друзья! И сегодня у нас с вами очень вкусная выпечка из творога. Как бы, если правильно сказать, что это будет печенье из творога, которое называется ушки. Очень вкусное. У меня очень его любит младшая дочка. Я его постоянно пеку. И вот хочу сегодня вам показать, дорогие мои друзья. Как раз скоро каникулы, Новый год. И можно будет вам испечь такую вкуснятину. Значит, берется вот здесь у меня 300 грамм творога. И на 300 грамм творога мы берем 2 яйца. Они у меня средние яички, среднего размера. Вот. Но это не важно. 2 яичка нам нужно с вами на 300 грамм. Если вы будете из пачки творога 200-граммовой, то значит 1 яичко вам нужно будет брать. Значит, сюда яйца. Добавляем ванилин. Пачку, пакетик ванилина. Сливочное масло. Грамм сливочного масла. Вот мы его сюда тоже помещаем. И все это вот нужно будет нам сейчас взбить, перемешать активно. Если у вас есть погружной... Ой, извиняюсь, как-то у меня так некрасиво получилось. Ничего страшного. Значит, если у вас погружной блендер есть, то мы все это... Что это можно будет все на погружном блендере. Лучше, конечно, взбить, чтобы оно очень мягкое было. Вот это все хорошо перемешалось. И такой более воздушная была вот эта масса. Я сейчас все это взобью блендером. Итак, вот я смешала все блендером. Добавляю сюда муку. Муки у меня здесь, значит, разрыхлитель. У меня здесь 1,5 чайных ложки разрыхлителя. Вот я их тоже высыпаю вместе с мукой. И постепенно сейчас буду замешивать тесто до однородности. 1,5 стакана муки. Вот так вот и замешиваем тесто. И как бы вот сейчас я его как бы смешаю все вот это вот, и у меня получится тесто, которое я уже из которого буду выпекать. Больше в данное тесто никакие ингредиенты не добавляются. Вот так вот, дорогие мои. Получилось вот такое вот мягкое тесто. Видите, вот такое мягкое. Его можно подсыпать мучкой. Вот так вот, чуть-чуть. Немножко все-таки нужно его вот так помесить, чтобы все крошечки собрать, которые у нас есть. Так вот помесить, чтобы она однородным стала, это тесто. Ну, как бы, оно как такое вот жирненькое, как наподобие песочного получается тесто. Вот, и его сейчас мы раскатываем вот в такой вот жгут, скажем так, как жгут. Не хочет на клеенке держаться. Коврик для теста ёрзает, нужно рукой держать. Вот так вот. И разделим на... И будем вот сейчас так вот так... Вот такой у нас жготик. Мы сейчас будем его отрезать от него. Вот так отрезаем и раскатываем такой вот небольшой кружочек и посыпаем сахаром. Вот с трех сторон так вот так посыпаем, вот так посыпаем и вот так посыпаем. Вот такой получается у нас как бы ушко-конвертик, скажем так, какой-то. И так вот все тесто посыпаем, вот опять вот так складываем пополам, опять посыпаем сахаром и вот еще раз, и сверху тоже сахарком. Все, вот такой конвертик у нас получился, складываем и все на противень, и будем с вами выпекать. Очень быстро делается тесто, вы уже, наверное, поняли, что очень быстро. Очень вкусно, очень полезно, друзья мои. Все мои в основном рецепты, они очень быстрые. Я вас приглашаю подписаться на мой канал. Будет очень-очень много интересного, разнообразного.
Пишите комментарии, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик, чтобы все мои видео к вам, все новые видео вы видели, что они пришли, что они, как бы, я их выпустила. И вы будете их видеть, если нажмете на колокольчик. Так что, друзья мои, всего вам доброго. Самое главное, берегите себя. Ну, вообще, еще не окончательно, как говорится. Сейчас мы посмотрим, как у нас выпекутся наши ушки. Творожные ушки. Очень вкусные. Можем такое печенье давать с собой детям в школу. Да просто к чаю. Кроме того, что оно очень вкусное, оно еще очень полезное. Еще раз я повторяю. Итак, ставим при температуре, значит, 160-170 градусов. Выпекать будем где-то минут 30. Вы увидите сами. Если ваше печенье не будет зарумяниваться, то можно сверху, у кого есть гриль, включить гриль. Немножко его подрумяньте. Минутки две. Так что сейчас я все это тесто вот так раскатаю и сделаю печенье. И посмотрим при выпечке, какой оно будет иметь вид. Вот такие получились ушки. Творожные печенье. Очень вкусно. Я вот включила гриль, немножко их подрумянила. Аромат просто на весь дом. Друзья мои, пеките. С творогом очень вкусная вся выпечка, вся полезная. Желаю вам всем крепкого здоровья. Получилось, кстати, 23 штуки вот такого, таких ушек, таких печенек. Так что, если вы хотите, то можно количество продуктов увеличить. Я вам желаю всего самого доброго. Берегите себя. До будущих встреч!